жизнь Юрия Дарьяновича, она как бы разделилась на две части. Первая его часть, самая главная, это семья. И вторая его часть, это деловая карьера. Он был очень счастлив со своими обеими женами. Я, к великому сожалению, не знал его первую супругу, но я имел возможность наблюдать за тем, как была устроена, как были устроены отношения с Нелли. Нелли, я сегодня публично могу заявить, что вы были, прежде всего, очень мудрой супругой, что вы все прекрасно понимали. Мне очень памятны поминки, которые Юрий Дарьяевич устроил в связи с памятью его первой супруги. Я, конечно, не мог не обратить внимания, не только я, но все присутствующие, что вам абсолютно было чувство какой-то ревности или какого-то состязания. Нет, все очень достойно, все очень красиво, так как складывается между приличными, интеллигентными людьми. И хотя у Юрия Дарьяновича жизнь лично сложилась очень непросто, он перенес две большие трагедии, но тем не менее этот человек, он на грамме потерял чувство любви к жизни, людям, и в этом его огромное заслуга. И, конечно, все, что касается его деловой карьеры, он был человеком успеха. Все то, за что брался этот человек, все то, чему он прикладывал свою руку, оно непременно оборачивалось прекрасным результатом. И последнее, что я хочу подчеркнуть. Он относился к той категории людей, которых, в общем-то, видимо, не очень много. Но это меньшинство, они были всегда лицом нашего небольшого эпоса. И по таким людям, как Юрий Дарьяевич, судили о том, что представляет наш небольшой народ. Светлая память. Я глубоко убежден, что след, который он оставил на земле, и особенно в своей семье, он долго-долго будет храниться в нашей памяти.